Арно Бабаджанян, композитор чрезвычайно щедрого таланта и, я бы сказал, удивительный композитор. Он удивительный, потому что он стоит как бы на двух крайних полюсах музыкальных жанров. Он пишет симфонические произведения с огромным блеском, мастерством, с огромной культурой и знанием этого жанра. И он пишет эстрадные песни. Это очень трудный жанр, ибо эстрадная песня очень часто влечет за собой элементы такие, которые не соответствуют высокому качеству, скажем, советской песни вообще. Однако в большинстве своих песен, которые подхватываются почти немедленно после того, как Арноба бальжанян их сочинил нашим народом, которые играются огромным количеством музыкальных коллективов, которые исполняются бесчисленным количеством наших исполнителей. И вот все эти песни, они отличаются одним огромным достоинством. Они очень яркие, они очень броские. Я часто бываю свидетелем исполнения песен Арноба Баджаняна. Я недавно был членом жюри на фестивале советской песни в Польше, в Зеленой Гуре, где, пожалуй, большинство песен исполнялось Арно Бабаджаняна. Это высокое признание мастерства композитора. И вот сегодня вы услышите целый ряд его песен. У каждого из нас есть свои привязанности, свое отношение к эстрадной песне. Например, я считаю, что лучшим эстрадным произведением – песенном жанре Арно Бабаджаняна является песня «Не спеши», песня очень большого внутреннего тепла, большой проникновенной, я бы сказал, силы. Вот эту песню я люблю больше всех.